Господь ревнив. Он приходит только тогда, когда вот так надо. Если так, поинтересоваться, ничего не будет. Вот у меня была такая ситуация, когда в 45 лет хоть в петлю, хоть в петлю. Вот так было надо. Тогда он говорит, на, вот он я, здравствуй. И пошло дело. И появился опыт веры. Опыт веры, когда я прошу, получаю, стою на молитве. Но только тогда, когда надо, позарез. Надо, чтобы душу разделяло, чтобы вот такая скорость. Сокрушенное сердце. Это сердце, в котором появилась трещина, которая сокрушилась. И в эту трещину войдет луч света. Но только в эту трещину. Если сердце камень, несокрушенное, почему гордость такой страшный грех? Потому что гордость — это вот этот камень. Это я, все, нету щелки для Бога. Господь хочет войти, но Он без нас не может. Бог же Он хочет каждому человеку спастись. Не только Петеньки, которые это, спас канал, вот эти все нам, которые мы сидим в платочках, завязались. Нет, Он хочет того, который в подъезде двигается сейчас. Он ему хочет. Как? Он знает как. Он создает наилучшие условия для спасения. Каждому. Он Господь.